Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Сегодня великий праздник, день пророка Божия Илии, который является покровителем воздушно-десантных войск. И в его праздник мы производим освящение фундамента храма, который будет построен на территории нашей воинской части. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое, воистине Твоей, услышим о правде Твоей. Храм будет необычный, таких в Приморье практически нету больше нигде. Храм будет двухэтажный, и на первом этаже будет иметь купель, в которой мы сможем крестить полным погружением всех военнослужащих нашей части. Также родных, близких, детишек будут приводить. Непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. На пожертвования меценатов, жители города, с миру по нитке, как говорится, на общие средства храм будет построен. Полное освящение храма запланировано к юбилейной дате 90-летию воздушно-десантных войск ко дню образования к 2020 году.